Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч Лиги Мали. Стартовый состав на экране. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Перед нами состав на сегодняшнюю игру. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч Лиги Мали. Стартовый состав на экране. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Перед нами состав на сегодняшнюю игру. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч Лиги Мали. Стартовый состав на экране. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Перед нами состав на сегодняшнюю игру. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч Лиги Мали. Стартовый состав на экране. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Перед нами состав на сегодняшнюю игру. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч Лиги Мали. Стартовый состав на экране. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Перед нами состав на сегодняшнюю игру. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч Лиги Мали. Стартовый состав на экране. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Перед нами состав на сегодняшнюю игру. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч Лиги Мали. Стартовый состав на экране. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Перед нами состав на сегодняшнюю игру. Тренер решил сделать ставку на атаку.
Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч Лиги Мали. Стартовый состав на экране. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Перед нами состав на сегодняшнюю игру. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Команды уже разыграли мяч в центре поля, и у нас финал Лиги Европы УЕФА начался. У Лиги Европы своя история, перешедшая от бывшего Кубка УЕФА, и сегодня обе команды пишут ее новую страницу. Хороший по задумке пас. И у форварда был неплохой шанс, но голкипер на мяче оказался первым. Отличная игра вратаря. Хасан Алик Калдырым. Соуза. Вперед идет атака. Интересно может быть. Очень рискованный маневр, но...